Все, я нажала. Еще раз повторяю. Если с правой ноги, то я делаю шаг с правой ноги. Раз. Поворот в правую сторону. Два. Спуск. Сначала рука. Потом нога. Три. Перехожу попой с пятки на пол. Четыре. Согнутые ноги. Нога падает. Вторая ее обгоняет. Видите, я рисую дугу. Видно? Дуга – это часть круга. Рисую дугу. И на эту же ногу, видите, это внизу, на левую, я встаю. И опять я делаю шаг с правой. Поворот. Наклоняюсь, спускаюсь, ловлю себя рукой. Спустилась. Перешла попой на пятку. Села. Нарисовала. Встала. Ясно? Да. То же самое с левой ноги. Я делаю шаг с левой ноги. Поворот влево. Ловлю себя теперь правой рукой. Поймала. Села попой на пяточку. Перешла попой на пол, в сторону руки. Села, сижу. Дальше упала нога. Рука. Нога. Встаю. Опять шаг с левой